солистка фестиваля «Эмергенза», музыкальный проект Санкт-Петербурга. За 2 года существования коллектив стремительно набрал обороты. Музыканты покорили сцену клуба «Космонавт», «Плейс», «Зал ожидания», «Опера-концерт-холл» и другие концертные площадки города. Авантюризм и желание совершенствоваться – движущая сила коллектива. Танцы, солирующие скрипичные партии. А что же будет дальше? Встречайте следующую участницу. Геля, тишина. Здравствуйте. Вас так много? Вы такие горячие. Мы же в Африке, точно. Прямо настоящая Африка сегодня, прямо задалась, это точно. Что ж, я хочу познакомить вас со своим творчеством, да, вот как вот вы сейчас услышали немножечко уже о нас, а я как бы лидер своей группы нас, собственно, и пришла представлять. Вот. Что ж, первая песня, которую я вам исполню, называется «17-17». Давайте поддержим, это так как все напряженно, да? Вонкали звезды перед ногами, вот оно море в моих ладонях. Нюхаю воздух над облаками, вот я шагаю по небу, шагаю я. Улицы взмокли, пепелы клёны напоминают нам нашу свободу. Мы не растратили дни, воеводы, за нас ликуют поверх небосводы. Улицы взмокли, пепелы клёны напоминают нам нашу свободу. Мы не растратили дни, воеводы, за нас ликуют. Я не подарок и не потеря, но меня можно назвать лотереей. Святоша, а мне это нравится. Ты мой нежный вулкан, мне б не расплавится. Улицы взмокли, пепелы клёны напоминают нам нашу свободу. Мы не растратили дни, воеводы, за нас ликуют поверх небосводы. Улицы взмокли, пепелы клёны быть красивой скрипичной партией. А теперь ваша очередь. Улицы взмокли, пепел и клёны напоминают нам нашу свободу. Мы не растратили дни, воеводы, за нас ликуют. Улицы взмокли, пепел и клёны напоминают нам нашу свободу. Мы не растратили дни, воеводы, за нас ликуют. О, ничего себе, какие вы гайки. Настоящая Африка. Прям уже вообще Африка. Что ж, следующая песня, которую хочу исполнить, она совсем новая. Прям свежая-свежая. Ни аранжировки, ничего. Вот только вот в голове. Есть. Буду вас знакомить. Соткали мир этот, созданный нитками белыми, по миру черному забирай. Черт с ним, со скомканным, по потолку бегать. Как мы создали мир этот, сотканный нитками белыми, по миру черному забирай. Черт с ним, со скомканным, по потолку бегать. Забирай. Yeah.
кости разбери. Меня по фразочкам, косточкам, галочкам забери. Как презентация, так скажем, новой песни произошла? И хочу, прощаясь с вами, долго от вас не уходить. Поэтому песня будет долгая. Из трех частей. Известная песня из трех частей. Там есть куплет-припев. О, нет. В общем, под жаркие аплодисменты я хочу с вами попрощаться. Все для нее, а в свою награду ты услышишь слова с ее уст прекрасных. Одним взглядом она опьяняет одной фразой, по телу пронесет дрожь. Одним словом разжигает пламя, кем как ни королева ты ее назовешь. Покорные слуги рассыпаются в ногах, они как лепестки увядших белых роз. Не заглянуть им в превосходные глаза, замерзло ее сердце, давно входа туда нет. Там мрачно, страшно и сыро, там очень тусклый свет. И никого она не впустит, натянула полотно, как занавеска бездушно, в дверях колышется оно. Войти почти что невозможно в дивный сад, где распускаются мечты, где много веры и любви. Туда попасть, конечно, каждый был бы рад, но не откроется она, не верит жестам и словам. Она правит миром, ей позволено все, будь ее кумиром и делай все для.
она весьма коварна, но наивна, как дитё. Душа безумно ранима, легко поранить её. Из мыслей не выпускает былого бытия. Довольно трудно забыть все те события. Как было ей когда-то очень хорошо, но жаль, что время то прошло, теперь лишь вспомнится оно. Все строки эти рассказать хочу давно, но было очень тяжело, ведь слезы плещутся рекой. Она правит миром. Я люблю тебя. Делаем добро и убегаем. Можно не убегать, чтобы остаться.